все вот эти религии, верования, учения, какие-то там основы, там, не знаю, ввергают человека вообще в скотское, конечно, состояние. Страшно тормозят науку. Но только наука может помочь нам спасти планету. Так что вы выбираете, собственно говоря, здесь? Выбор невелик. Жизнь или смерть? Я хочу понять, если взять обыкновенного человека и просто подсказать ему, объяснить, что вот, как говорится, два выбора. Либо туда, либо сюда. Неужели все выбирают смерть? Я не могу понять. Но объяснить человеку, почему всякие религии тормозят развитие, можно даже на примерах. Это всегда было в истории. И сейчас они пропагандируют отказ от всяческих науках, от развития и всего остального. Так что мы хотим? Солнце скоро...